Фонд Булатова Тимуратова открыл аутизм-центр «Асыл Мирас» в Павлодаре. Это уже 9-й город в республике, где дети с различными расстройствами аутистического спектра получают профессиональную помощь совершенно бесплатно. Торжественное мероприятие состоялось при соблюдении всех санитарных норм. Директор фонда Булатова Тимуратова Марат Айтмагамбетов отметил, что в центре квалифицированную помощь будут получать не только дети, но и их родители. И сообщил, что по Казахстану в центрах «Асыл Мирас» коррекцию проходит около 1500 детей. Мамы и папы выразили благодарность фонду Булатова Тимуратова. Открытие подобного учреждения здесь ждали давно. Центр рассчитан на 70 детей. Фонд с 2015 года реализует программу «Аутизм. Мир для всех один». Главная задача – выявлять на ранних стадиях расстройства аутистического спектра у детей, помогать в социализации и развитии у них необходимых навыков. Все центры работают бесплатно. На реализацию программы выделено уже больше 12,5 миллионов долларов. Мы, когда эту программу вообще начинали, мы поставили себе цель, что мы не будем копировать, естественно, те центры, которые уже существуют, ну, вот коррекционные центры, там, психолого-педагогические центры коррекции детей, а мы поставили себе цель привести современные, эффективные методики, которые действительно работают, которые действительно помогают этим детям.